Hello there, ребята! Меня зовут Влад. Я работаю шеф-бариста в международной сети кофеин. Вчера я варил застойкой, а сегодня я покажу вам эту уникальную крошку. Это Конти Монте-Карло. Волюметрической помпой, что позволяет нам варить много, очень много вкусных, самое главное, стабильных шотов эспрессо, эффективно и удобно. И что самое важное, это эспрессо-машина мультибойлерная, два бойлера на каждую группу отдельно с возможностью контроля температур. Также присутствует два крана с кипятком, которые вы можете регулировать по температуре. Я лично, как бариста, я такого еще никогда не видел. То есть, смотрите, вы можете здесь настроить комфортную температуру на американо, например, 70 градусов, потому что вы готовите эспрессо, на выходе температура эспрессо составляет около 70 градусов, и разбавляете это кипятком. Это некорректно и невкусно. Поверьте мне, ребята, если вы возьмете эту эспрессо-машину, у вас будет самый лучший американо, самый вкусный американо. А здесь вы можете выставить другую температуру, чтобы заваривать вкусный чай, что немаловажно в работе в кофейне. Волюметрическая помпа. Что же это такое? Это возможность выстраивать определенный импульс подачи воды для того, чтобы стабилизировать рецепт. Условно, ваш рецепт 25 секунд, шот эспрессо, выходом в 36 грамм. И ваша эспрессо-машина при заглатке 18 грамм всегда будет выдавать нужный результат. Поверьте мне, когда вы работаете в кофейне и у вас очень большие проходимости, гравиметрик очень удобная система, конечно, но волюметрическая помпа гораздо более эффективна и удобна, потому что вам не нужно как бы то ни было касаться эспрессо-машины, чтобы, не дай бог, не задеть весы. А здесь вы можете делать все, что угодно, вы можете доставить все, что угодно, но у вас всегда будет вариться стабильный вкусный шот эспрессо. Поверьте мне, я это знаю. Да, и самое важное – это сбережение электроэнергии, потому что вы можете выставить минимальное значение мощности ваших бойлеров, а именно несколько уровней. Но куда более красочным является то, что вы можете выставить эко-режим и задать нужное время, когда эспрессо-машина включится и когда она выключится. Это позволит вам экономить электроэнергию, потому что, представьте, вы приходите в кофейню за 5 минут до открытия, а она уже включилась заранее по вашему времени, которое вы указали, и прогрелась до нужной температуры, и вы можете спокойно готовить шоты эспрессо для своих гостей. Ребята, ребятушки, самая любимая моя часть этой эспрессо-машины. То, о чем я всегда думал, но никто никогда не делал. Почему? Я не знаю почему. А вот ребята из Конти Монте-Карло решили, взяли и сделали. Только в этой эспрессо-машине все электронные системы защищены предохранителем, что гарантирует вам, что в случае скачка напряжения, а поверьте мне, в больших городах это бывает очень часто, у вас сгорит лишь этот самый предохранитель за сущие копейки, а не целое. Эспрессо-машина. И такой инновационной разработки нет ни у кого, поверьте мне, друзья. История компании насчитывает 60 лет фундаментального качества, которое было сформировано в княжестве Монако, а именно в городе Монте-Карло. Это маленькое княжество, чтобы вы понимали, ребята относятся максимально педантично и качественно к каждому продукту, который они выпускают, и очень самое главное, бережно. Такое благородное происхождение является самым настоящим гарантом качества и стабильности. Смотрите, ребят, меня, как шеф-бариста, приглашает владелец в какую-нибудь большую сеть кофеен, допустим. Хорошо, я прихожу, настраиваю профайл, парюсь 4 часа, делаю все идеально, как на чемпионате. Выход, громовка, все будет заложено в ней,
только лишь при использовании USB. Я приношу флешку, задаю все параметры, и знаете что? Самое интересное. Я могу прийти в любую кофейню, просто вставлю флешечку в другую точно такую же эспрессо-машину и перенесу туда профайл. И все. И я пойду дальше заниматься своими делами и пить вкусный кофе, как и вы на этой тачке. Здесь есть два бойлера с возможностью контроля всех температур. И самая приятная функция, которую я очень люблю, это предсмачивание. Но здесь предсмачивание сделано очень интересно и инновационно. Вы можете выставить, знаете, такой очень плавный профайл. Первое время экстракции будет под давлением. Второе время экстракции будет без давления. И дальше классическое время с давлением. Это позволит вам выбрать больше вкусовых и ароматических веществ из вашего напитка. Например, вы варите Эфиопию, и вам нужно взять максимум терруарной составляющей этого кофе. Эта эспрессо-машина вам поможет в этом. Особенно за счет возможности контроля всех температур и присмачивания. То, за что я влюбился в эту тачулю, это высокие группы. Возможность варить по-настоящему вкусные и очень большие чашки кофе с собой. Если вы захотите сделать очень вкусную чашку эспрессо, и вам просто не нужна такая высокая группа, вы можете просто выставить поддончик и сварить безупречный эспрессо. Итак, друзья, за что же можно выбрать эту эспрессо-машину? Как минимум, за прекрасный дизайн. Вы только посмотрите. Она будет просто приковывать внимание в вашей кофейне. Безупречная, красивая. И самое главное, она эффективна. У нее есть все возможности и полный спектр функционала, который присутствует в любой эспрессо-машине класса третьей волны. А именно, высокая термостабильность, возможность предсмачивания, волюметрическая помпа позволяет стабильно варить шоты эспрессо на огромном потоке и инновационная система обратного клапана. Если вы работаете в кофейне от бутылки, ваша тачка никогда не завоздушится. Это уже огромный плюс и инновации. О боже, ЖК-дисплей, тач, господи. И какая подсветочка, вы только посмотрите, друзья. Это космическая эспрессо-машина. Моя любимая часть. Обожаю. Вы только посмотрите на эти паровики. Как с ними удобно работать. Очень легко. Безумно элегантно. А самое главное, минимум конденсата. Пар получается очень сухим. И вы получаете на выходе идеальную молочную пену. А сейчас я вам покажу очень клевую фишечку. Опа! Можно взбивать, даже не держать в руках питчер. Легко, удобно и, самое главное, эффективно. Ну, настало время попробовать кофеечек. Давайте. Эспрессо, капучино. Все для вас. Друзья, вы только посмотрите на эти холдеры. Они просто прекрасны и тяжелые. А все для того, чтобы была максимальная термостабильность каждого шота эспрессо. Я буду использовать 18,5 грамм молотого кофе выходом 36 грамм. Одно удовольствие их держать в руке. У нас сейчас идет этап предсмачивания. Мы можем это увидеть на дисплее. Вы только посмотрите, какая подсветка. Все видно. Просто идеально. Моя любимая часть этой эспрессо-машины – это то, что здесь мы всегда видим подробную информацию о нашем времени экстракции нашей, о том, сколько воды в итоге проходит через кофейную таблетку и каков будет итог нашей темперовки. Если есть недостаток, мы сразу же можем увидеть это. И это очень удобно для стабильности работы в кофейне. Даже я, будучи шеф-баристом, всегда учусь и меняюсь. И эта эспрессо-машина станет отличным инструментом для этого. Прекрасно, что это эспрессо. Перфект. Настало время моего любимого напитка.
маленького капучино. Где мое молоко? Ребят, вот она, родненькая. Боже, какие паровики, вы только посмотрите. О, идеально. Супер эластичная пена. Как раз, чтобы делать идеальные напитки каждый день для своих гостей. Прекрасный капучино для вас. Наслаждайтесь. Отлично. Я вам не отдам. Это моя чашка кофе. А я все выпил. А вам не досталось. Вы можете это себе позволить. Ну и настало время. Кофе с собой. Для тех, кто любит брать горячие напитки и наслаждаться ими на улице. Супер большой капучино с собой. Только для вас. Я уже предвкушаю, как я варю в кофейне на этой тачке супер кофеечек своим гостям. А вы знаете, у этой эспрессо-машины есть самое главное достоинство. Она не уступает конкурентам, но при этом у нее отличная цена. Чуть ли не в два раза ниже, чем у конкурентов. А функционал и возможности даже намного шире. Помните, я рассказывал, что мы будем взбивать, не используя руки? Так вот, это очень просто. Можно взбивать просто по звуку. И пена будет идеальной. Опять не дам вам ничего. Все достанется мне. Бразилия Сантос. Пушка. Ну и все, ребята. Нам осталось завершить, почистив нашу прекрасную эспрессо-машину. Здесь все делается очень просто и легко. Мы берем холдер слепой, насыпаем туда специальное моющее средство и нажимаем кнопку Clean. А далее Cleaning Progress. И все, больше ничего не надо делать. Все очень просто и легко. Тут даже написано время помывки от начала до конца. И я еще забыл рассказать вам про один очень-очень интересный клевый момент. Смотрите, все просто. Если вдруг мы хотим отключить одну из групп, это делается всего лишь одной кнопкой. Кнопкой эко-режим, и все. Группа гаснет. Мы ее никак не используем. Вдруг у вас пришел техник, ему нужно отремонтировать одну из групп, а на другой нужно делать напитки для гостей. Все очень просто. Нажали, и все. Легко. Ну вот и все, друзья. С вами был Влад. Спасибо вам за ваше внимание. Пожалуйста. Приходите, потрогайте эту прекрасную эспрессо-машину в магазине «Территория кофе».Всю информацию вы можете найти в описании ниже, адреса магазинов, шоурумов. Эта тачка достойна вашего внимания. Следите за нашими новостями, еще будет много всего интересного впереди. И обязательно, не забывайте, обязательно ставить лайк, подписываться и задавать вопросы в комментариях. Мы постараемся на все ответить. Все, чао!